Еще, кстати говоря. А есть, скажись, художники, например, которые воспринимают мир всегда так. А есть люди, которые просто включаются периодически в это состояние. Знаете, меня именно интересует, так скажем, быть всегда в этом состоянии, а не включать его по надобности. Думаете, я рисую, чтобы научиться рисовать? Нет, нахуя оно мне надо? Просто, так скажем, убиваю двух зайцев. Заодно научусь рисовать и заодно научусь видеть детали, так скажем. Так приобретается новое восприятие. Я бы сказала, это один из способов дойти до нового восприятия. Делаешь вот это частью своей жизни. Начинаешь уже по-новому смотреть на мир. Да, это не только вот относится к тем, кто рисует, это вообще относится к любым профессиям, так скажем. Какой-нибудь инженер тоже. Тоже воспринимает мир по-другому. И вот знаете, чего я хочу? Очень интересно, чтобы все... Я хочу одновременно запустить все восприятия. Чтобы работали все восприятия одновременно. А не так. Это включилось, это выключилось. Это включилось, это выключилось. Я хочу совместить. Что получится? Думаю, это будет... Это мощно получится. Я думала, даже мне иногда получалось совмещать. Ну, блядь, рисунок же. Вот рисунок просто нереалистичный даже, нихуя. Сука. А вы думали? Нет, все нелегко и непросто. Все потихонечку и приятно. Все-таки. А почему бывают прорывы? Мне вот интересно. Не все же бывает потихонечку и приятно. Бывают прорывы, бамс, озарения. Откуда вот эти озарения, скажите мне? Иногда ты прямо живешь этими озарениями. А иногда тебе приходится шажками маленькими двигаться. Можно ли всегда широкими озарениями жить? А? Или вот эти озарения широкие, да? Это показывают тебе путь, маячок. Типа, вот здесь хорошо, теперь давай шагай сама. Вот так вот может быть. Пошла новая серия видосов, да? Та была динамика, а здесь статика развития. О, нихуя, какое прикольное название. Статика развития. Охуеть. Есть в этом названии смысл? Похуй. Главное, красиво звучит. Вот что главное.